Здравствуйте, дамы и господа, подписчики моего канала. В этом видео я сейчас вам покажу, как я собрал схему на катушке зажигания от Волги, по-моему, коммутаторе ВАЗ и аварийном датчике. Вот смотрите, что значит, подаем напряжение. У нас загорается аварийное зажигание. И вот пошел искровой разряд. Стабильная, хорошая искра. Мощная даже, я бы сказал. По сравнению с тем, что было у меня на мотоцикле до этого, это вообще мощная искра. Поэтому сейчас всю эту систему я внедрю в мой мотоцикл. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Видео будет называться «Зажигание для мотоцикла на коммутаторе ВАЗ». Вот коммутатор. Здесь вот такого типа. Вот у меня сейчас работает на коммутаторе вот такого типа.